Еще вот случай подвернулся на неделе. За тот ворюга, что хозяйский лес упер, Дзержинск пожаловал Сергей на самом деле. К давней подруге прикатил успешный вор. А, видимо, ворюгу тут вообще не ждали. Забыли просто, кто на самом деле он. Такого гостя здесь никак не ожидали. В тот вечер всем устроил он вечерний звон. Сперва в общагу он к подруге втихомолку, как снег на голову, свалился на ночь к ней. Устроил праздник с ней и синюю приемку, собрал в общаге всех почетных алкашей. Шурум-бурум устроил у подруги в хате, гуляла синяя приемка до утра. Какой-то хмырь блевотиной весь пол изгадил, таких, конечно, эпизодов до хрена. Вот так живут синюшники в такой помойке, что им за дело, кто с бутылкой, тот и друг. Им по душе всем эта синяя приемка, во всех общагах синяков такой досуг. Вот так живут синюшники в такой помойке, что им за дело, кто с бутылкой, тот и друг. Им по душе всем эта синяя приемка, во всех общагах синяков такой досуг. Им по душе всем эта синяя приемка, во всех общагах синяков такой досуг.